За 4 месяца жизни Макара папа видел его всего 3 раза. С рождения малыш находится в больницах, но у семьи есть шанс всем вместе оказаться дома. Вести Урал совместно с Росфондом продолжает рассказывать о тех, кто ждет вашей помощи. Выписаться из роддома в красивом белом костюме. Так и лежит. Вот, и конверт, сам одеялка тоже будет так лежать. Вещи не пригодились. Прямо из роддома жене Артема вместе с малышом пришлось отправиться в реанимацию областной больницы. Макар, так они назвали долгожданного сына, не мог есть и постоянно плакал. Врачам пришлось удалить малышу почти весь тонкий кишечник. Хирургу удалось сохранить около 30 сантиметров. Нам поставили диагноз синдром Леда. И в последующем это синдром короткой кишки. Ребенок теперь не может питаться, как и все нормальные детки, смесями. Мы получаем питание внутривенно. Сейчас Макара перевели в московскую больницу. По мере роста ребенка длина тонкой кишки будет увеличиваться. Кроме того, возможно будет рассмотреть вопрос о проведении удлиняющей операции на кишечнике. У Марка высок реабилитационный потенциал и в будущем возможно уменьшение доли внутреннего питания или полная его отмена. Наталье приходится учиться быть не только мамой, но и медсестрой, чтобы самостоятельно через катетер кормить ребенка. Будет даже экзамен. Наверное, начались процедуры. Все эти месяцы сына Артем видит только на фотографиях и видео. Макар, зайчик мой, вот так вот, смотри. Смотри, папа, как мы вот так вот делаем. В день родов я его видел. Второе уже знакомство произошло уже, когда он находился у нас здесь в больнице, в реанимации. Я подменял супругу. Третий раз, когда осуществляли транспортацию его в Москву, вот, уже и понянчил успел, и нащупаться успел, и все с ним. Но чтобы Наталья с Макаром могли вернуться домой, необходимо специальное оборудование для водосмеси, расходные материалы и само питание. Стоимость такого набора почти 1,5 миллиона рублей. И пока деньги не соберут, встретиться не смогут. Помочь молодым родителям и малышу можете вы. Достаточно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. В ответ вас могут попросить подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Ксения Момота и Александра Серебрякова. Вести Урал.